Всем привет! Приехал на Свободный район Треноги, она же куча пески. Погода прекрасная, мороз только градусов 20, наверное. Нос аж подмерз. Вот рыбу так полавливают, там подтягивают. Ну, а сейчас будем буриться, тоже пробовать. Только сел, три штучки поймал. Глубина большая, леска долго сходит. Есть. Что-то неплохое. Лишь бы не сошла. Хорошенькая, лунку надо почистить. Да, солнце прям греет хорошо. Ну вчера здесь хорошо, говорит, ловили. Но это не факт, что она и сегодня тут будет. Ну на мальках молчат, на мальках тише. Могут, она может вон там под берегом быть. Сегодня тепло. Вот 4 штучки поймал тут на лунке. И затихло все. Вот так вот и ловим. Кто в кофте, кто без кофты. Орлы сидят вон, орланы. Пока тишина. Там девчонки, с кем я ехал, о, вон он, Вадим. Говорит, не Вадим. Почему вон флаг его? Я говорю, флаг его, снегоходка, блин, не его. Нет, там один просто флаг этот. Советский, а второй, а у него с Лениным. Здоровый. Сосед у меня разделся. Загорает. Сегодня хорошо, ветра вообще нет, солнце припекает. Рыба бы еще клевала. А то все сидят, а время обеденное. Рыба на перекуре. Походила немножко, поклевала набегами. Народ бродит, ходит, кто куда ездит, с одного угла в другой. Какая тут у нас глубина. Как крючки за лед зацепятся, значит. Все. Ну, глубина метров 20. Ты так и сгоришь. В том году мы с тобой ездили, ты загорал. Это был март. Ну, почему март? А уже апрель был, по-моему. Или конец марта. А? Я не знаю, тут я бурил, я не добурил, там льдины плавали. Но там вот лунка одна была.
Время без 15:04, заканчиваю рыбалку, рыба так и не подошла, народ разбредается, половина уже уехала, сидим, сейчас вот 4 штучки поймал. И затишье. Поедем до дому, готовиться к работе. Сегодня рыбы не было. Вот уловчик такой. Рыба какая, вот просто огурцами свежими как пахнет, вот такая вот, вот они, два зуба у нее, язык весь в зубах, вот, переливается вся зеленая, синяя, вот, посчитаем. 3, 4, 5, 6, 16, 18, 36, 38, 40, 64, 66, 68 штук. Ровно столько же, сколько и в прошлый раз. Вот. Так вот. Пойдет. Много тоже не надо. Будем собираться. Время 5 часов уже. Ну, ловил я вот на такие крючки обычные. Пятерочка сам вязал. Разноцветные. Вот. Хорошо сегодня работали они. Выбрался на берег. Приехали. Подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите в Инстаграм, подписывайтесь. В следующий раз, думаю, послезавтра поеду пробовать. Удачу. Ну так, льда полно до горизонта. Завтра пройдем минус 3,5, ветер северный, 3,8 метров в секунду. О, кока-кола. Вот так вот, столько машин, полным-полно. Еще народу на льду. Но нам надо ехать. Погода сегодня, конечно, порадовала. Еще бы рыба получше клевала, вообще было бы красиво.